школа налогоплательщиков. Что вы скажете на это? Вот это неплохо звучит. Главное, точно. Не государство угнетает вас. Вы сами не знаете своих прав. Если у вас есть 80 тысяч, вы можете их вложить в блестящее дело, где станете директором. Все это направлено на то, как обмануть государство. Не преувеличивайте, господин министр. У нас всего лишь школа. Школа налогоплательщиков. Пошел к черту. Я увольняю вас. Я вам сказал чистую правду. Она обещала отдаться мне в этот четверг. Разбойничий вертеп! Ты клянешься, что ты не любовница его. Да ты оскорбляешь меня, Гастон! Я умею любить женщин. И я... Я горжусь этим. Я не хочу быть обязан человеку, который является соучастником моего зятя и любовником моей дочери. Да что такое? Говорит. Французы, долой налоги!